Ну что ж, рассмотрим подарок сегодняшний. Сегодня делаю веритас, звонок. А вот есть такая, что-то там. Сначала она спросила, вспомнил. Сначала у меня спросили, вы делаете верлоки? Я говорю, ну, делаю. А что там у вас? Да вот у меня верлок есть, я вам его хочу подарить. Ну, а я же всегда под козырек. Так, что-то тут. Так это китайский, по-моему. Или 51-й. Нет, это, наверное, 51-й. Она говорила промышленный. Но хоть китайские называют промышленными, но до 51-го китайскому далеко. Так. Ага. Все, тут стойка есть. Вот. Вот так вот изначально должен быть. Да, это 101-й. Я вижу эмблему, да и по воронению даже уже вижу отсюда, что это хороший аппарат. 51-й. О, хороший подарок. Так, что-то тут еще. О, так это от МША. Вот это от МША, это я не знаю от чего. Крепление движков пригодится. Пинцет. Так, это что? Это пока не понял, что. Ну, в общем, вот. Ну вот, 101-й во всей красе. Единственное, что я вижу пока здесь. Вот болтается левый петлитель. Так, ясно, надо регулировать, да, это мелочи жизни, конечно, он просто-напросто открутился, наверное, что-то тут задевает, но это я, ага, здесь что-то вот болтанка мне не нравится, смазать, маслица залить. Подлить. Тут наверняка его нету. Ну и все. Вот такой подарок. Кстати, я недавно, вот 51-й у меня есть видео, я его сделал и подарил. Вот добро сделал, мне обратно вернулось, а тут не подарили. Так что надо подарки делать. А швее подарил, она говорит, вот я бы, говорит, никогда бы. Ну, у нее есть оверлок, но она говорит, это как ностальгия, она много лет работала, у нее какой-то современный, а я вот такой ей подарил. На джинсу пойдет, на что-нибудь толстое. Так, а что это он у нас? Не крутится. Ага. Ремень ослаб. Все понятно, тут есть что поделать, скажем так. Ну так, в принципе, ничего тут такого. Да и мешок, его надо менять, ремень тут под замену, здесь. Ну и все, я не буду делать по нему видео, это я так уж снял, мне самому интересно было, думаю, вдруг там какой-нибудь 208 или агат, который я все никак не могу жабу победить, купить агат. Это хороший оверлок. Джуки. Точная копия Джуки выпущена. Ростове-на-Дону выпускались. Ну, в общем так. И вот здесь надо еще сделать. Вот это вот, что я говорил, не знаю, это вот. Нити направители. Ну, это я здесь выгну как надо. Вот, в общем, коротенькое видео по 51-му. Задавайте вопросы по 51-му. Может, какие-то вопросы будут. Я буду его делать как раз
и в процессе вам, или там заправка, может, интересует, кого ниток. Все на этом. Коротенькое видео. До свидания.